когда вообще, ну, как бы, помните, что когда вы встали, руку вас освободили, да? Вот тоже освободили руку, да? Да? Раз, рука освободила. Вы к ним подошли, и что делать надо? Бросит, а что бросит, надо повернуться. Вот, ну, тут удачи. Зинку сдать, а руки да, поставить только там барабан. Просто черного полосина изи, вот прям. Руки взял, поворот делаю, все, видите, раз, а руки как гидамбарай поворачивают. И он меня кручивается в позицию. И вот зинку сдачи, это стойка для того, чтобы человека бросить. Вот настали и подошли, и повернулись, и человек бросается. Ну кота, я сейчас не бросаю, просто поворачиваю, да? Я встал, подошел и туда дернулся. Дернуть сильно, что будет очень сильный бросок. И вот на этом броске у нас все строится. Вот на повороте заинкус удачи. Если вы хотите человека вывести равновесие и привести силу, вот здесь очень важно заинкус удачи.